«Спортивное раздолье». Именно такое название дали организаторы этому дружескому мероприятию. В нем приняли участие представители клубов «Активное долголетие» и «Ветеран», а также учащиеся 3 класса Барвихинской школы. Началась встреча двух поколений с легкой и динамичной зарядки на свежем воздухе. Участники праздника пребывали в отличном настроении. Они смеялись и шутили, выполняя простой комплекс физических упражнений. Ручки перед собой, назад. Ручки перед собой, вперед. Продолжилось спортивное раздолье уже на льду. Большой каток стал центром притяжения не только для участников праздника, но и для гостей парка. В этот замечательный морозный солнечный день прямо здесь, на катке, который недавно открылся в парке раздолья, состоится удивительное спортивное мероприятие, которое так и называется «Спортивное раздолье». В нем примут участие представители клуба «Активное долголетие» и учащиеся Барвихинской школы. Ну а как это будет, скоро узнаем. Многие из представителей старшего поколения впервые ступили на лед, но первые же попытки прокатиться с ветерком пробудили в них азарт. Сдаваться никто и не думал. Спортивное увлечение с каждой минутой вызывало все больше восторг. Я вообще-то занимаюсь спортом уже 25 лет. Я занимаюсь лыжами, я занимаюсь кандидатской ходьбой, моржеванием, зарядкой занимаюсь. Поэтому, конечно, когда человек тренированный, ему, конечно, коньки – это очень хорошо. Я не боюсь коньки, я буду приезжать сюда, мне очень понравилось. Приехавший поддержать участников спортивного праздника Александр Гусев тоже не удержался и вышел на лед. Любой выход на природу, любой выход на лед, на лыжах или на коньках – это всегда приятно, когда в меру. Сегодня мы вышли вместе с нашими жителями города Одинцово. Я многих из них знаю. Все время работал, жил вместе с ними. Поэтому мы вместе с ними сегодня порадовались хорошей погоде и хорошему льду. Продолжился праздник забегом на коньках для молодого поколения. Ребята, разделившись на две команды, соревновались на одинаковой дистанции, передавая друг другу эстафетную палочку. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».